Славянск, 12 июня, черешня краснеет, вечер, всех с праздником. Сегодня было 3 дождя, символично, возможно, в городе обстановка как и раньше, магазины на месте, в банкоматах деньги позаканчивались. Газа, воды не добавилось, свет как-то есть, детские выплаты так и не пришли, не начислили людям, тем, кто получает их. По гуманитарной помощи уже, кажется, Красный Крест официально приостановил в городе свою деятельность. С города почему-то указанию повывозили учебные заведения, к примеру, химтехнику перевезли в Днепропетровскую область. А с детей, которые там учились, требуют деньги за диплом, как и раньше. Коррупция никуда не исчезла. Нет, чтобы просто в такой ситуации повыдавать дипломы просто так. Людям, кто учится, нет, они требуют деньги и просто так ничего не делают в такой сложной ситуации. Навстречу людям не идут. Где-то в соцсетях прошли слухи, что куда-то исчез лях. К чему это? Исчез, не исчез, какая разница? Ничего это не меняет в общей картине мироздания. Природа все расставит на свои места. Видите, какой ветер вечером. До скорых встреч.